И снова здравствуйте, я Елена Смирнова и продолжаю мониторить новый проект BizCoin. Значит, я перевела, поговорила со своей вышестоящим спонсором. Она вчера покупала пакеты. Вот эти вот план с номер один по 100 сатошек, что я показывала в прошлом видео. И ей они уже возвратились на майн баланс с процентами. Значит, можно покупать, все в порядке. И я пробовала переводить комиссионные денежки на майн-баланс. Я не так переводила. Короче, что нужно делать, как переводить? Копируете или сами вручную? Вот это полностью сумму вместе с нулями. Вот. Да? И вставляете, где перевод, деньги. Так, перевод. И вместе с нулями, не так, как я, одни цифры, да, вставляем вместе с нулями сюда. Так, это стираете, например, я вам просто покажу, чтобы вы знали. И вот так вместе с нулями, вот с этими вставляете. Тогда уже переводите. Тогда все переведется. Значит, я перевела 1200 на Пуршаз баланс с майн баланса. Потому что мы покупаем вот с Пуршаз баланс вот эти пакеты будем. Я купила пакеты. Далее что? Я перевела с комиссионных на Пуршаз баланс. Вот у меня 496 сатошиков. Я еще могу купить 4 пакета. Тоже, опять же, выбираем комиссионный баланс на Пуршазы и покупаем пакеты. Значит, так, вот у меня сумма есть, я сейчас куплю пакет еще, ну, выбираю планс. И вот у меня 496. Я могу купить 4 пакета. Значит, вот этот план. Значит, ну, вот на первую вкладочку. Вторая вкладочка, это уже непосредственно с биткоин кошелька напрямую покупать. А это... Значит, с баланса нажимаю. Так, у меня, видите, красно. Так, я сейчас перезагружаю. И у меня станет сейчас 396. Я еще раз нажимаю второй, третий и четвертый. Перезагружаю. У меня 96 сатошиков осталось. Значит, где посмотреть? Нажимаем историю. И здесь вся наша история. Вот, статус активный. Левел 1, уровень 1. Вот у меня куплено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот 16 пакетов я купила. И они на следующий день должны вернуться с процентами. Ну, посмотрим. Вот как-то так я вот сделала. Видите, статус активный, все работает. Вот. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Должны вернуться с процентами. Ну что ж, будем ждать. Если боитесь, то подождите на следующий день. Как бы завтра мне должны вернуться денежка с процентами, сатошики. И, естественно, я буду продолжать мониторить и записывать видео. Сколько мне обратно вернется на баланс. Да, еще здесь чуть ниже опускаемся. У нас есть чат. Здесь присутствует, как мы видим, админ. Можно задавать вопросы. Вот. И админ отвечает нам. Вот. Так, что еще хотела сказать. Как я уже говорила в предыдущем видео, у нас создан скайп-чат. Чтобы не работать в одиночку, стучитесь. Свой скайп я оставлю под видео. Ну, такой скайп-чат в помощь друг другу. Помогать друг другу. Вот, чтобы не быть одному, кому, пожалуйста, интересно, стучитесь. Я вас всех, ребят, добавлю в скайп-чат по проекту. Вот, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.